Чего делаете? Такой пустой балкон у нас один раз в жизни, да? При застройке. Да. Вот это вот все надо будет переделать, да, Марина? Да. Останутся только полы от изначального. Да? И что? И все. А готова работать? Ну будешь. Как карантин. Пони. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Сегодня вы увидите, как я помогаю своему любимому папе. Прям любимому? Да, прилюбимому. Ну все, держи в самом низу. Вот там вот. На пол ставь. К стеночке. Вот. Все, спасибочки. Пойдем резать теперь. Да? Да. Снова здравствуйте, мои дорогие зрители. И сегодня я помогала папе делать ремонт на балконе, потому что папа один не справится. Папа маму вызывает, а я вот за это время всегда... Рисую, да, папа? Да. Я вот сегодня рисую на обоях. Но не на наших вот этих вот обоях, а на старых обоях. На старых обоях рисуешь, да. Поэтому у меня такой большой длинный лист. Дайте мне уровень, пожалуйста, коллега. Какой? Вот лежит. Вот. На, коллега. Держите уровень. Спасибо, коллега. Пожалуйста. Так. Заберите стулочку, коллега. Вы отличный помощник, коллега. Это вы, коллега. Так. Дайте мне шуруповертик мой. Вон ту штучку, вон. Возле сигарет держу. Это? Да. На. Ой, сейчас закрывайте все уши. Почему? Сейчас громко будет. Нет, громко не будет. Это же не громкое. Громко? Ну что, дырки есть там? Отверстия. Отверстия есть там? Да. Мне надо стулочку, коллега. Хорошо, коллега. Давай, давай. Папа, можно я пока эту штуку подниму? Не надо. Я ее сюда положу рядом с молотком. Какую? Вот эту. Ножик? Он же острый. Я его положу аккуратненько рядом с молотком.
Заберите стулочку, коллега. Хорошо, папа. Папа. Что такое? Папа, я ножик убрала, и вот эту для дрели вот эту. Хорошо. Подняла. Принесите, пожалуйста, мне шуруповерт. Ой, вернее, дрель. Дрель? Она вон большая такая. Давай мне, мама. Давай. Включена. Я знаю. Это громкая? Наверное. Подайте мне молоточек, который возле ножа лежит. Вот этот? Да. Коллега. Я вот возле ножа его ножик положила рядом с вот этим. Молодец. Ну-ка, пока эти вот штучки. Пока вот эти штучки что? Вот такие вот штучки подниму. Вот такие всякие. Нет, такие черные нам не нужны, это уже выбрасывать. А, выбрасывать? На подоконничке возьми целую. Хорошо. Вот. Спасибо. Отверстие. Отверстие зачем? Не знаю. А что? Я тоже не знаю. Иди, я тебе покажу, где будешь давать мне саморезики. Ага. Вон там в коробочке. Вон, вон в той коробочке. А вон в той? Да. Давай я вам покажу. Вот такие беленькие, вот такие вот где-то. Вот. Их там много. Нет, покороче. Нет. Вот такие, да. Мама, ты что выбирай, я покажу. Я не дупла. Ну, давай мне там 5 штук надо всего. Так. Ты, наверное, хочешь мне саморезики подавать? Вот эти? Да. Давай. Спасибо.
Еще один. Нет. Вытаскивайте их из обуви. Это уже не помощь, а баловство. Меня кто-то там сидят. Любите машины. Пока на этом все. Ваша помощь пока не нужна. Хорошо, я пока посижу, Мартульчик, да? Хорошо.